Здравствуйте, друзья и соратники. Хорошие новости. В Туле при прокладке труб ливневой канализации рабочие наткнулись на древние постройки, скрытые под землей. Все работы были остановлены, на место вызвали археологов из Липецка. Съемочная группа канала «Неофициальная история» также выехала, чтобы сделать репортаж обо всем этом и все это показать вам. Но прежде чем рассказывать о находках археологов в Туле, займу буквально 10 секунд вашего времени, чтобы рассказать о находке археологов в Великобритании, так как темы похожие. Итак, на сайте Кембриджского университета приведена статья 12 января 2016 года о находке в глиняном карьере, который находится недалеко от Уитсли, Кембриджшир. Было найдено поселение, деревня на сваях, разрушенное огнем, погребенное слоем глины в 2 метра. Все детали прочитайте сами на сайте, ссылка в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». А тема нашего сегодняшнего фильма – «Старые торговые ряды в городе Тула». Старые торговые ряды, их еще называют «Гостиный двор», согласно официальным данным, были построены в 1780 году. Это было 57 каменных и 600 деревянных лавок. После пожара 1834 года «Гостиный двор» был отстроен вновь уже в камне. Он представлял собой длинное здание, тянувшееся от Казанской церкви к церкви Крестовоздвиженской, параллельно стене Кремля, и состоял из 6 галерей, располагавшихся перпендикулярно кремлевской стене. По фасаду галереи были соединены проходами, из главного фасада представляли собой единое здание. Название «старых рядов» или «старых гостиных рядов» здание получило в самом конце XIX века, после строительства новых торговых рядов на Посольской, ныне Советской, улице. Старые ряды были своеобразной достопримечательностью города. Тулики в конце XVIII – начале XIX века ходили в ряды не только за покупками, но и просто гулять. О них вспоминал в одном из своих стихотворений В.А. Жуковский, в юности проживавший в Туле. В 1929 году старые торговые ряды были снесены. На их месте в 1929-1931 годах была сооружена фабрика-кухня, здание общественного питания для рабочих города. Ныне на этом месте располагается здание Сбербанка. Конец официальной справки. Когда мы прибыли на место, то обнаружили работающих археологов с фотоаппаратами, миноискателями, лопатами, рулетками и прочими специфическими инструментами и оборудованием. Мне удалось пообщаться с ними, и они любезно рассказали мне обо всем увиденном здесь. Вот их рассказ. Алексей, расскажите, пожалуйста, вот ваше мнение по всему этому, вот, что мы сейчас наблюдаем. Ну, мы наблюдаем очень интересный комплекс, относящийся, скорее всего, к торговым рядам 18 века. Более-менее у нас известны краеведам тульским торговые ряды 19 века, а торговых рядов 18 века, я понимаю, известно не очень много. Здесь мы обнаруживаем следы дренажной системы в виде деревянных горизонтальных окопных труб, которые позволили осушить этот участок и построить здесь погреба положительно. Вот один из погребов мы сейчас разбираем, самый маленький. И еще у нас есть комплекс из двух погребов единых, на котором мы стоим сейчас, больших, которые мы даже не нашли. Один из краев, он уходит там дальше, в сторону Боголюбовского, по-моему, переулка. К сожалению, это не ходы в Кремль, потому что вот здесь, в сторону Кремля, у нас стена. Даже если загляните, там, кстати, интересно, очень ниша. Можно сфотографировать. Вот. Что конкретно в них хранили, мы пока сказать не можем, потому что внутри они на 1,5 метра покрыты грязью, которая скопилась там за 200-250 лет, которые они простояли. Почему они были заброшены? Вопрос, есть предположение, но это пока вот такое предположение, прям, что это связано с каким-то пожаром, потому что прямо над уровнем этих погребов идет слой пожара сильный. С оплавленным стеклом, с кучей находок. Все, что мы находим, это 18 век. Вот на тех подвалах больших, в которых мы стоим, это монеты второй половины 18 века, в основном Екатерины II. А небольшой погреб, который мы раскапываем, все монеты оттуда датируются 30-ми годами 18 века.
не надо ковырять только. Но вот этот вот слой как раз, который, скорее всего, связан с пожаром, вот этот вот, например, точильный камень торчит. Очень много. И вот из него происходит основная часть находок. Потому что во время, когда все хорошо, то люди, естественно, товары не бросают, все с собой носят. Когда пожар идет, тут уже не до того, чтобы... Ну вот как раз вот то, что, о чем говорят, что здесь печи, вот какие-то странные ступеньки. То есть фактически это, скорее всего, эти подвалы ведут к дому непосредственно. И там, как вот есть магазин, есть черный ход, где продукты загружают. А здесь стояла лавка, в которой доставали уже непосредственно то, чтобы продавать. То есть вот деревянные конструкции торчат. Мы их разобрали, эти деревянные конструкции. Это уровень поверхности того времени, когда действовали эти погреба. Там как раз мы разбирали деревянные конструкции лавок. Вот они шли, и, то есть, прямо над этими шахтами находились лавки, и там принимали товар. Спасибо. Ну, сейчас она как бы заполнилась водой, там замерзла. На самом деле она уходит на несколько метров вот до суглинков, там, каких-то суписей. Тут деревянный ствол дерева, выдолбленный изнутри. И это вот как раз дренажная система, которая позволяла здесь уровень грунтовых вод уменьшать. О, как интересно. Ну это вот одна из, а мы таких несколько находили. Да. К которому он примыкает. То есть мы ее, ну как бы она идет глубже, мы ее не берем пока. На инфобе, соответственно, мы не берем, она дальше идет. А здесь мы не дошли до того, до тех объектов, к которым примыкает. Ну да, тут видно, вот стена уходит как бы в землю. Ну здесь, скорее всего, просто обвалился, ну или свод обвалился, или вот они начинаются. Тут есть дверной проем, начинаются какие-то дальше объемы какие-то, которые мы не исследовали. А в данном случае просто мы не смогли снять, потому что просто здесь, ну как, задача у нас такой не стоит, все раскопать. Задача была показать администрации города и строителям, что они хотят разрушить трубой. И вот как вы предполагаете, это сохранится? Будет здесь как-то огорожено, как под музей какой-то, или это все-таки строят? Ну, было бы хорошо, конечно, чтобы это сохранилось. Но вот вы видите сейчас прекрасно, здесь стоит два колодца. Это колодцы ливневой канализации. Между ними должна пролегать труба, причем она должна пролегать вот ниже уровня свода, то есть свод должен быть уничтожен для того, чтобы она пролегла. Сейчас эта работа остановлена, идет как процесс осмысления того, что происходит. Вторая труба пойдет вот второстепенная на площадь, то есть она уничтожит своды вот этих двух погребов. Ясно. Конечно, хорошо бы это сохранить. Ну, тут вопрос. То есть просто понимаете, сохранить это, ну, сохранить или просто даже исследовать. Ну, зимний период, он, скажем так, мягко, не совсем приспособлен для этого. То есть для того, чтобы проводить раскопки в зимнее время, вся наша деятельность, она регламентируется очень жестко. И для того, чтобы проводить работу в зимнее время, есть очень жесткие условия. То есть это должны быть навес, типа, я вообще не рекомендую зимнее. Почему мы вот на ограниченной территории это сейчас делаем? Потому что есть вероятность того, что это будет частично уничтожено, мы как бы сохраняем информацию. То есть если будет принято решение, что здесь будет как бы сделан какой-то музейный объект, то, конечно, по идее, это нужно уже более тщательно. Ясно. Спасибо большое. Далее я поделюсь с вами своими наблюдениями. Как ни странно, но на карте 1891 года самого здания нет. На этом месте только надпись «Гостиный двор». Я слышал разные версии того, что же здесь нашли. Доменные печи, засыпанные первые этажи, подвалы, подземные ходы в Кремль. Так что же это на самом деле? Сразу в глаза бросается обилие черного грунта, которым засыпаны строения. Вот сейчас мы видим работающих археологов.
Они проводят какие-то свои измерения, раскопки. Вот этот погреб, накрытый пленкой, он в первую очередь, если можно так сказать, под ударом, потому что он находится как раз между двух вот таких колодцев. И именно на уровне этого погреба будет проходить труба. Это вот еще погреба. Такие полукруглые арочные своды. Местами эти своды обвалились. Также мы видим то, что эти погреба отделены друг от друга такой вот мощной стеной, которая, судя по всему, являлась фундаментом вышестоящего здания. Это Тульский Кремль. А это вот общая панорама, как все выглядит. Еще раз обращаю внимание на обилие черного грунта. Вот там внизу очень много черного грунта. Такой вид имеют все эти сооружения. То, что это именно погреба или подвал, сомнений не вызывает. Кирпичная кладка, не крашеная, не штукатуренная, покрытая слоем чего-то похожего на копоть или какой-то налет. Но это точно не нагар, который бывает внутри печи. И вот кирпичная стена уходит в срез грунта, то есть продолжается еще под неоткопанными участками. Слои. Очень интересно понаблюдать на все слои, которые присутствуют на срезе. С самого верха это асфальт, щебенка, булыжники. Вот это видим сейчас камень. Это когда-то была каменная мостовая. Она лежит на слое глины. Также в срезе мы видим включение элементов красных кирпичей. Здесь вот идет прямая стена, это, судя по всему, бывший выход наверх. Вот тут начинается арочный свод. А вот это дверная коробка, деревянная. Она полуразвалившаяся и гнилая, но ее еще можно идентифицировать как дерево. А именно дерево, а не камень или что-то еще. Вот так выглядят эти арочные своды уже непосредственно, если стоять прямо на них. Глубина современной поверхности до верха арочного свода около 2 метров. Сами погреба отделены друг от друга мощными кирпичными стенами, выполнявшими, судя по всему, роль фундамента для вышестоящего сооружения. И прямого прохода из одной полукруглой арки в другую нет. Вот еще раз слои внимательно. Очень четко видно наносы. Вот этот слой, который сейчас на экране, это своеобразная засыпка мелкими камнями, почти песком, похоже на крошку известняка. То, что это неприродный слой, подтверждают следы и на внешней стороне кирпичной кладки. Сейчас камера туда повернется. А то, что это слой именно рукотворный, подтверждает то, что как бы слой этот дальше вот на меня не идет. Тут уже продолжается обычный природный грунт. И очень хорошо видны вот эти слои. Внизу черный, сверху глина, между ними обломки. И вот виден залистый слой с битым кирпичом. Вот этот мелкий желтый, который известняк, он сейчас в самом низу, это искусственный, а сверху видно, что это уже нанесено
ну, если можно так сказать, природой или стихийным бедствием, ну, в общем, не человеком. Это четко можно понять, вот, если видеть, вот, как происходили замывы всех вот этих углублений и впадин. Вот еще стена уходит непосредственно в срез грунта. То есть там, под неоткопанной участком, там продолжаются эти строения и дальше. А вот внешняя сторона кирпичной вкладки, про которую я говорил, что она в этом известняке, в мелких камушках, в крошке. То есть насыпали прямо уже после того, как стена была поставлена. Вот тут вот все насыпали и засыпали. Также битые кирпичи. То есть это искусственное. А вот тут уже пошло, если можно так сказать, естественного происхождения. То есть были наносы, которые заполняли неровности. Это вид изнутри. Обратите внимание, дальше, ну, прямо по курсу, если можно так сказать, 4 ниши. То есть это направление на Кремль. Стало быть, это никакой не подземный ход. Как я уже говорил, кирпичная кладка не окрашенная, не штукатуренная. И гари, которая бывает в доменных печах, здесь нет. Вот я пролез практически в самую глубину. Вот как выглядит эта стена с четырьмя нишами. Это глухая стена. Я сейчас стою на слое 1.5 метра. Нанесенного грунта, вот он. То есть туда вниз, еще на 1.5 метра, весь этот погреб продолжается. За 250 лет сюда натекло столько грязи. Вот это я понимаю, культурный слой, потому что тут уборку было некому делать. Виден столб, но это какой-то, видимо, из элементов конструкции того, что было построено потом, впоследствии сверху. Вот так выполнен арочный свод на одну сторону, и вот так арочный свод на другую сторону. Вот виднеется Кремль. То есть это никакой не подземный ход, потому что упирается в глухую стену. Вот деревянные конструкции. Очень много вокруг деревянных элементов. Их состояние напоминает почти полностью гнилое. Они все поломанные. Явно то, что это именно древесина, а не бетон или какие-то еще балки. То, что это именно погреба или подвал, сомнений не вызывает, так как нагара, свойственного доменным печам или любым другим печам, там нет. То есть это однозначно не печи. И это точно не подземные ходы, так как внутри пространство под сводом упирается в капитальную стену, имеющую своеобразные ниши. В данном случае их 4. То есть это явно подвалы или погреба. В то же время лазы узкие для прохождения человека с грузом. Они непригодны. Вероятно, в этом месте стояла лебедка или что-то типа лифта для транспортировки грузов на верхние этажи. Над уровнем этих погребов идет слой пожара с оплавленным стеклом. Об этом рассказал археолог. А над этим слоем находится слой глины. Это вы видите сами. Глядя на сохранившиеся фотографии гостиного двора, трудно однозначно сказать, закопан он или нет. Но вот если представить себе расположение его этажей, то сомнения пропадают сразу. Тут интересен такой момент. Где находился уровень первого этажа в здании с такими погребами? Однозначно, это не на уровне современной поверхности, а на 2 метра ниже, то есть непосредственно над самими погребами. Даже плюс-минус 0.5 метра на перекрытие. Все равно уровень первого этажа утоплен примерно на человеческий рост. Сейчас съемка ведется из позиции стоя прямо над арочными погребами.
То есть примерно на уровне перекрытия первого этажа. Я держу камеру на уровне своих глаз. И мы ясно видим, что слой грунта выше человеческого роста. Это просто схема, чтобы наглядно показать, о чем я сейчас говорю. Если следовать логике, то первый этаж начинался сразу поверх перекрытия над погребом. Однако в этом случае его окна смотрели бы в землю. Косвенное подтверждение этому мы видим на этой фотографии. Отмечено красным. Здание как будто в полтора этажа. Первый этаж большой, а второй половина от него. Вход в здание по ступенькам вверх. Нарушение пропорций налицо. По моему мнению, в 1834 году или позже был ремонт или конструкция здания. Поэтому по этой фотографии конца XIX века трудно судить об истинных пропорциях и размерах. Однако факт очень глубокого залегания погреба налицо. Повторюсь еще про такой момент. На карте 1891 года само здание не отмечено. На месте здания просто надпись, что это гостиный двор. Возможно, это просто случайная неточность составителя карт. Сейчас некоторые скажут, а где же надо было делать погреба? В воздухе, что ли? Повторяю еще раз. Если принять современный уровень поверхности за уровень первого этажа, то погреб должен находиться сразу под ним, а не на глубине 2 метров. А учитывая, что первый этаж, как правило, ставится на возвышении от уровня тротуара, то мы имеем факт еще большей разницы между сводом и первым этажом. Хочу выразить свою благодарность археологам из Липецка и лично Алексею, а также коллективам Тула Регион Газ и Тула Горводоканал за помощь в проведении съемок. Ну а у меня на сегодня все. За сим не прощаюсь, впереди еще много интересного. Спасибо за внимание. До свидания.